Махарадж Махараджа ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Ананта Коти Вайшнавринда ки джай. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Итай Гаура Премананде. Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста, Екатеринбург. У нас тоже здесь есть аудитория сегодня с разных стран. Преданные приехали, городов, небольшой ретрит. И что же мы сегодня читаем? Скажите, какая тема у нас? 11.2.9. 11-я песня? Итак, мы с вами изучили уже 10 песен Бхагавата. Начали 11-ю. Одиннадцать два, да? 11-я песня, 2-я глава встречи Махараджи Ними с 9 йогендрами. Ятха вичитра вьясаннад бхаватпир вишвато бхаят мучитая янджа сайватта татта насати суврата. Ятха. Так что? Вичитра вьясанат. Полного всевозможных опасностей. Бхавадби. Благодаря тебе. Вишвата бхаят. Из этого материального мира, в котором страх царит повсюду. Мучема. Я смогу освободиться. Хи. В самом деле. Анджаса. Легко. Эва. Даже. Атха. Напрямую. Татха. Таким образом. Нах. Нас. Шатхи. Пожалуйста. Научи. Суврата. Всегда верный своим обетам. Перевод текста. Мой господин, ты всегда верен своим обетам. Пожалуйста, дай мне ясные наставления, чтобы по твоей милости я смог легко освободиться от полного опасности материального существования, который держит нас в постоянном страхе. Ну, как всегда, Бхагаватам, то есть прямое изложение истины, без иллюзий. И поскольку есть иллюзия, то нам приходится тратить время на то, чтобы понять, что тут написано. Где страх-то? Что так, на самом деле, кругом все так страшно, спросит кто-то. Разве жизнь не прекрасна? Это иллюзия. Красота не в материи заложена. Она из другого источника отражается здесь. Сам по себе материя, она противоестественна для души. Вызывает вот это чувство страха. Исчезновение, что материя – это исчезновение сознания. Можно привести прямой пример. Есть живое тело и мертвое тело. В чем разница? Вы боитесь смотреть на мертвое тело. Трудно представить, что это было только что живым, и вот что случилось. Оно отталкивает. Оно. Значит, чем же мы привлекаемся? Живой силой в теле, но мы не видим ее при этом.
Мы думаем, что это тело. Это иллюзия. Иллюзорное восприятие. И, ну, такие реализованные, преданные, практикующие йоги, конечно, они смотрят на мир по-другому, что тоже вызывает страх у людей, которые общаются с ними. О, Боже мой. Привычка все смотреть в онлайн. Один преданный поехал в Австралию проповедовать. И пришел на Бхагаватам, сел, все преданные пришли, оставили магнитофоны для записи и ушли. Ну, кто куда там, не знаю. Он дал лекцию магнитофоном. Никого не было, магнитофоны были на столе. На следующий день он пришел тоже, записал свою лекцию, поставил магнитофон вышел тоже. Это иллюзия, видите, как она развивается, как она распространяется. Вот, и иногда потом она смешно, когда она раскрывается. О, что происходит? Подождите, что происходит и зачем? Почему-то мы сегодня верим больше в технологии, чем в человека. Мы больше живым полицейским не верим. Мы верим камерам. Мы не верим никому. По документам сверяем личность. И считаем, что это нормально. Но за всем этим есть страх обмана. Страх несовершенства. Вдруг кто-то обманет, вдруг вот что-то случится. Лучше сделать автомат неживой. Он не обманет. Мы даже не понимаем, как нас обманывает этот автомат тоже. Потому что это следствие прогресса нашего тоже обмана. Обман заключается в том, что человек не может общаться полноценно с автоматами и развиваться духовно. Лучше обманывать и получать наказание, чем общаться с автоматами. Так, во всяком случае, человек поймет законы кармы, поймет, как устроена жизнь. То есть ему позволено ошибаться и также получать реакции, чтобы обучиться. Но мы не хотим учиться урокам жизни, мы хотим комфорта, устройства этих вот. Это иллюзия, иллюзия. Совсем эти есть, конечно же, страх разных видов. Если я когда-то обманывал серьезно, я буду бояться обмана. Если никогда в жизни не обманывал, у меня не будет этого страха. В материальном мире, поскольку все обманывают друг друга, это страх есть у всех, недоверие. Недоверие – это как бы симптом страха. Мы все не доверяем никому полностью. Даже близким людям они тоже могут обмануть, это еще больнее будет. О, как же жить в этом мире? Даже с близкими людьми и не иметь этой веры. Это... Все есть, веры нет в то, что мы имеем. Это тяжелое состояние ума. Очень трудная, сложная психология. В этой психологии сегодня не могут разобраться ни психологи, ни ученые. Это невозможно. Чьи-то сплетения очень тонкие. Но здесь просто говорится. Постоянный страх в материальном мире. Постоянно мы сталкиваемся с какими-то несовершенствами. Неизбежно. Таков материальный мир. Поэтому сопутствует страх. Но начало стиха какое? Мой господин. То есть он относится к нему вот с большим уважением. Ты всегда верен своим обетам. Вот какая важная вещь написана здесь. Если человек верен своим обетам, он вас не обманет. Только нужно знать, что это за обеты, непридуманные. Это религиозный принцип, данный ведами. Если вы сами себе придумаете обеты, это обманет и вас, и других. Если сам на себя человек накладывает какую-то эпитимию, берет какие-то обеты, аскезы, вместе с этим он развивает ложную гордость. Это и есть самообман. Я следую обетам. Я себя чувствую сильным человеком. Люди не следуют таким обетам. Я выше этих людей. Неизбежно это будет. Обеты, аскезы и принципы даются от духовного учителя и обещаются перед ним. Это не наша прихоть. Это наша обязанность.
И с этим приходит смирение. И такой человек не обманет. Он будет говорить то, что написано в ведах, то, что говорит духовный учитель. Он ничего от себя не должен говорить. Все, что мы от себя говорим, все несовершенным образом трансформируется в несовершенных, в несовершенном сознании и умах людей. Мир полон несовершенных вот этих вот передач информации, знания. Мы знаем, как нужно проверять любую сегодня, на сегодня информацию. И даже проверенная информация не отвечает реальности. Не отвечает, потому что мотивы очень сложные сегодня. Сегодня виноваты все. Сегодня нет правых. Все виноваты в мире. Снизу до верху. Каждый человек. Потому что все в невежестве. Все в невежестве. И поскольку все в невежестве родились, у них не было вообще даже возможности услышать истину, то они также и не виноваты. У них не было возможности. То есть в этой жизни их считают невинными людьми. Невинными людьми. Наивными людьми, которые верят в счастливое будущее, хотя творят и не ведают что. Как дети. Дети тоже строят такие домики, знаете, будем жить тут. И вот, ну, это воображение просто. Это воображение. И нужны наставления от того, кто следует обетам, верен обетам. По мере того, как наши принципы будут углубляться, утверждаться в сердце, наши 16 кругов, 4 принципа, или сколько вы можете, может быть, вы не можете еще сейчас 16 кругов повторять, но сколько-то можете какие-то принципы соблюдать. А по мере того, как это практиковать, называется деятельность, то есть карма, но уже другого уровня, она перейдет в гуну. Гуна карма, взаимодействуют они. Любая карма переходит в гуну, любая карма действует на... То есть любая гуна действует на карму, они взаимно связаны. Взаимно связаны. Деятельность формирует качество. Если мы плохо поступаем, развиваются плохие качества. Хорошо поступаем, развиваются хорошие качества. Эти качества влияют на деятельность также. Если даже мне дать хорошую деятельность, но у меня плохие качества, я могу все испортить. И наоборот. Дайте что-то плохое, несовершенное, хорошему человеку, он это улучшит. Потому что у него качества такие, гуна такая. Гуна карма связана, взаимодействует. Если достаточное время, мы объясним, что такое достаточное время, практиковать эти принципы, то разовьется гуна соответствующие. Достаточно означает, чтобы эти принципы вошли в сердце. Бывает, что человек соблюдает принципы, например, оставляет курение, но вкус остается курением. Он хочет курить. И так на протяжении, например, 40 лет, я слышал. Я с одним стариком разговаривал, он говорит, я раньше курил, я бросил. Меня, говорит, все уважают до сих пор за это. 40 лет не курю. Значит, ему было 70 лет примерно, в 30 лет он бросил курить и пить. Все. Потому что до белой горячки допился. И воли у него хватило, смотрите, говорит, 40 лет. Я говорю, ну и как? Каждый день, говорит, я в уме курю. Мне хочется, я вкус не ушел. Значит, что такое достаточное время практики? Практика означает, что вот эти высшие вкусы поместить в сердце. Это практика. В сердце поместить, туда, вглубь. Когда вы чувствуете к тем привычкам уже отвращение, у вас нет вкуса к ним. Произошла трансформация. Вот. Карма и гуна. Вот с этой целью. Для этой цели поклонение божествам, для этой цели все другие мантры и молитвы, которые мы воспеваем, чтобы в ум и в сердце вошли вот эти вот трансцендентные понятия, чтобы мы почувствовали их через цепь преемственности, через зачарье, чтобы мы почувствовали трансцендентный вкус. И, естественно, тогда у нас возникает уже отвращение к тем вещам, которые мы когда-то могли делать со вкусом. А сегодня мы думаем, что это отвратительно. Значит, это достаточное время. Достаточно. Обычно занимает долгое время, если человек рожден уже в плохой среде, с плохими качествами. То есть у нас как раз такое рождение у всех. Здесь есть более гордые люди, менее гордые люди, но
Это лишь иллюзия. Все одинаковы сегодня, поймите. Это так же, как просто переодеться, знаете, ничего существенно не меняется. Вот кто-то в таком саре, кто-то в таком тхоте, кто-то в другой одежде. Но это ничего еще не говорит о нашей внутренней жизни. Ну, гордые вы, но это не означает, что ваша внутренняя жизнь возвышена. Но вы, наоборот, себе оценку внизу ставите. Это тоже ничего не означает. Это просто иллюзия. Просто привычка выработанная. С этой точки зрения это еще не определяет квалификацию человека. Поэтому гордитесь или не гордитесь, не имеет никакого значения. Важно, что мы принимали обеты, были верные. Эти ложные о себе представления не уйдут. Я буду вспоминать с отвращением о том, что я о себе думал и что я вообще воображал. Отвращение будет к этой тенденции наслаждаться вообще за счет других, впечатлений на других производить, чтобы они меня вот уважали. Это отвратительное поведение на самом деле. Но в материальной мере никто не стесняется. Это наоборот, все так и хотят, чтобы его уважали, чтобы выйти. В этом стихе важную роль играет слово «мучьяма». В предыдущем стихе Васудева объясняет, что из-за влияния иллюзорной энергии Господа он не смог получить от Верховной Личности Бога освобождения. Поэтому сейчас он обращается к чистому преданному Господу, уверенный в том, что по милости преданного он наверняка освободится от материального рабства. Вы предыдущий текст читали вчера? Нет? А, это же другой текст. Тогда я для вас напомню текст предыдущий, просто перевод. «В прошлом своем рождении на земле я поклонялся Верховному Господу Ананти, Васудева говорит, единственному, кто способен даровать освобождение». То есть в прошлом рождении он это делал. «Но я не просил его об освобождении, ибо мечтал о ребенке. Так иллюзорная энергия Господа обманула меня». Так он остался в материальном мире, хотя поклонялся. И так кто-то выбирает какую-то религию и поклоняется Богу. Но все ли уходят в рай? Хотя бы. Хотя это обещается. При правильном как бы следовании священным текстам, заповедям обещается высшие планеты. Не встречал я ни в других писаниях информацию о духовном измерении, но рай, высшие планеты упоминаются. Вкратце. Что там на самом деле царство Бога как будто бы, из которого были изгнаны вот Адам и Ева. И также у мусульман есть представление о рае, там много красивых очень девушек черноглазых и другие вещи описываются, и все очень возвышено, не по-земному. Нет там такого греха, как здесь. Там люди могут наслаждаться как бы законным образом, чистым образом. Неизвращенным образом. Это описывается. Но в Брахма Самхите, например, описывается духовный мир. И в Бхагаватам тоже есть глава, которая называется «Царство Бога», где пребывает сам Верховный Господь, тоже описывается в Вайкунхе. Прям шлоки идут, и все подробно описывается. Довольно подробно. История четырех кумаров тоже объясняет нам, что четыре кумаров видели врата Вайкунхи. Они достигли границы материи и духа. Такие мудрецы были могущественные. И могли видеть врата Вайкунхи и даже страж, двое страж, которые охраняют эти врата. Войти они туда не смогли, их не пустили эти стражи, не распознав их как бы уровня. Был конфликт между материей и духом, конечно же, всегда конфликт. И решает этот Верховный Господь, он появился перед ними, выйдя из врат, но туда внутренне не вошли. Почему? Оттуда нет возврата. Если у вас есть какая-то привязанность к этому миру, вы не войдете туда, потому что вы хотите быть здесь все равно. И Васудева говорит то же самое. В прошлом рождении на земле я поклонялся Верховному Господу Ананти, единственному, кто способен даровать освобождение, больше никто. Но я не просил его освобождения, ибо мечтал о ребенке. У него была привязанность здесь, у него было желание определенное.
Итак, это желание было выполнено, но он остался в материальном мире. Так иллюзорная энергия обманула, Господа обманула меня. Вот она иллюзия. Если я поклоняюсь Богу, я буду счастлив в этом мире. Вас обманывают иллюзорные. В этом мире вы никогда не будете счастливы. По-настоящему. По-настоящему никогда. Даже если поклоняетесь Богу. Речь идет об освобождении. Конечно, когда вы освобождены, то вы счастливы где угодно, хоть в аду. На вас не влияет вообще иллюзорная энергия. Можете быть в любом месте. Но до освобождения это глупо так думать, что поклоняясь Богу, мы здесь будем жить в раю. Да тут полно демонов будет. Вы думаете, все примут Бога? Посмотрите внимательно. Большинство людей ненавидят друг друга и ненавидят Бога. Большинство людей, подавляющее большинство, это материальный мир. Он для этих людей как раз и предназначен. Это не рай. Не надо забывать об этом. Никогда это место раем не будет. Ну, тем не менее, конечно же, может быть, жизнь лучше. Это нужно еще понять, что значит лучше. Что материалисты понимают, лучше, значит, будет. Ну, легче будет работать, больше будет денег там. Деньги вообще не нужны, чтобы жить лучше. Они не могут этого понять. Деньги означают манипуляция жадностью. Как вы можете лучше жить с деньгами, если кругом столько жадности? Это вызывает столько конкуренции, столько зависти, столько вражды. Из-за денег люди убивают друг друга. Все из-за денег происходит, из-за ресурсов, из-за недвижимости, из-за богатства. Только по этой причине тут такой хаос в Кали-Югу. А люди мечтают, если у меня будут деньги, я буду счастлив. Но неразвитое сознание. Даже посмотрите вокруг, вы увидите, что это неправда. Разве кто-то здесь не обладает большими деньгами? Ну и что же, они научились их счастью? Это самые жадные люди планеты вообще. Если посмотреть внимательно на их душу, если посмотреть на их сознание, вы увидите, эти люди живут в страхе остаться без денег. Они такие же, как и все. В связи с этим особое внимание следует обратить на два слова «анджаса» – «легко» и «атха» – «напрямую». Легко и напрямую. Глупые люди, охваченные гордыней, хотят напрямую установить связь с Верховным Господом, не принимая Его чистого, преданного своим духовным учителем. Опять это преобладает тенденция в Кали-Югу. В Кали-Югу все вот с ног на голову. Если Бог есть, я хочу вот напрямую видеть Его. Покажись мне, если ты есть. Иди сюда. Вот так вот. Вот такое мое настроение. То есть просто люди с ума сошли от гордыни. Я не вижу, значит, Его нет. Кто такой я? У тебя вообще глаза есть? Ты себя-то не знаешь. И что ты вообще можешь видеть, что ты не видишь? Посмотри, у тебя глаза несовершенны. Приманджина чурита бхакти вилочанина сантакса дави харидыша вилакаянди. Говорится, глаза должны быть соответствующие. Как вы этими глазами видите Бога? Если ты смотришь глазами себя, как Бога, ты не увидишь никого выше себя. Среди людей это проявляется очевидно, что никто не хочет видеть других выше себя. Что за глаза такие? Но если мы кого-то любим, мы можем видеть уже что-то другое. Если проникает любовь, так вот приманджана, чурита бхакти, вилочанина, глазами любви увидишь, кто такой Верховный. Но тот, кто следует в духовной науке, понимает, что такую прямую связь с Господом можно установить только покорно служа лотосным стопам чистого преданного. Шримад Бхагаватам 11.17.27 Господь Кришна говорит: «Ачарьямам виджаньян навамания-та кархичит». Из этого следует, что чистый преданный Господа находится на одном духовном уровне с самим Богом. Это не значит, что чистый преданный – Бог. Его связывает с Господом сокровенные любовные отношения, и потому для Господа нет никого дороже, чем чистый преданный. Иными словами, Кришна всегда находится в сердце чистого преданного, а чистый преданный всегда в сердце Кришны.
Вот такие отношения. Других не бывает отношений с Богом. Если мы говорим напрямую, только через преданное служение, через любовь. Никак по-другому. Все остальные опосредованные отношения через материальную природу, через карму, через гуны, через что угодно. Например, если мы должны быть наказаны, Господь сам не придет к нам, наказывает нас. Это будто опосредованно, это не его роль вообще. Это не его желание наказывать кого-то. Что у него есть любовь. Нравится ли отцу постоянно наказывать ребенка? Он говорит, иди в школу. И ребенок идет из школы весь такой, знаете, наказанный, там, что-то натворил, там, или плохо учится. И тогда отец через этих учителей его воспитывает. Но сам он не пытается причинить ему зла, потому что у них любовь, у них особые родительские отношения настолько мягкие, что он не может строго отнестись слишком к ребенку. Просит кого-то другого, есть учитель. Или иди в армию вообще. Я не справляюсь с тобой, я родитель. Итак, если говорить о сердце, то мы как души в сердце, в Господе живем непосредственно. Это не его роль наказывать душу. Душа, нет. А тело наказывает материальная природа, служанка Кришны. Опосредованно это. Так же, как преданные, они не хотят критиковать друг друга, но боятся аппаратхи. Так терпят друг друга недостатки, терпеливо продолжают служение, там проповедуют, пытаются учиться и выдерживают как-то это, стараются выдерживать. А кто скажет нам правду? Обычные кармические люди, опосредованно это происходит. Родственники могут сказать. Да кто ты такой вообще? И все прямо сказать, все про наше ложное эго, понимаете? А преданные они боятся это говорить, не хотят. Они говорят, так, духовные отношения у нас. Но мы это узнаем от материалистов, у которых нет духовных представлений, опосредованно. Потом жалуемся, идем к старшему преданному, что у меня сложности в семье. И он через это дает им наставление духовное уже. Видите, как происходит? Также майя бьет, 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 и человек к Богу обращается. Бог дает Писание. Вот что он дает. Не наказание, он хочет дать знание. Наказывает майя, но она не дает знания. Она не дает знания. Можно быть наказанным и не понимать, за что здесь я страдаю вообще. Это материально. Пока человек к Богу не обратится, он ничего не поймет. И обращаясь к Богу, он получает не наказание, а просветление. Видите, даже если он грешник, и все грешников получают просветление. Освобождение называется. Только он может это сделать. Никакой кармы. Освобождение. Хотя Шри Кришна никогда не теряет своего положения Верховного Единовластного Господа, ему больше нравится, когда поклоняются его чистому преданному. Поэтому Господь говорит Ачарья Мам Виджаният. Духовному учителю Вайшнаву нужно выражать такое же почтение, как и самому Господу. Радуя духовного учителя Вайшнава, мы радуем и Господа. Итак, развиваемся духовно. Слово «анджаса» означает, что с помощью этого авторитетного метода можно легко достичь духовного совершенства. А поскольку чистый преданный является прозрачной средой между учеником и Господом, здесь употреблено слово «атха» напрямую, подразумевающее, что, служа чистому преданному, мы напрямую служим лотосным стопам Кришны. Если же человек попытается обойтись без духовного учителя и по собственной прихоти предложить что-то Кришне, Господь не примет такое служение, и потому оно лишено всякого смысла. Но если человек искренне хочет поклоняться Богу, не зная этого как бы вот порядка, принципа, но многие люди думают, зачем мне духовный учитель, если Бог есть, я просто буду ему поклоняться. Что всякие духовные учителя-то я видел, есть. Тоже много недоверия. Но если он искренне это делает, Господь свяжет его с настоящим духовным учителем. Даст ему Писание, даст ему общество вайшнавов. Прежде всего, мы попадаем в общество вайшнавов, когда у нас проявляется искренний интерес. Сразу к Богу не возвращаемся, видите? Но если мы удовлетворим чистого преданного, мы вернемся к Богу уже. Мы уже вернемся к Богу.
это совсем уже другой разговор. Потому что здесь в отношениях с чистым преданным проявляется самое важное – преданное служение. Вот. Конкретное, выраженное, преданное служение. Я служу своему духовному учителю. Совершенно ясная, конкретная установка. Невоображаемому, а имеющему характер, миссию, состояние здоровья, все что угодно, как полагается, нужно все это учиться понимать и различать. И понимать, что в сердце находится духовный учитель. И именно там Бог, там я его найду, в сердце своего духовного учителя. Что своего сердца я еще не очистил. Я не знаю, кто такой Бог. И вот таким образом я найду Кришну. И как только мне посчастливится увидеть, как мой духовный учитель служит своему духовному учителю, считайте, что это уже близко к освобождению. Он тоже слуга. Все слуги в этом мире. Вот это уже освобождение. Если вы осознаете твердо это. В материальной мере все служат, чтобы стать господами в итоге. Все служат, но они в будущем мечтают занять высокое положение. Выиграть, победить в этом мире других. Тот, кто серьезно стремится к высшему совершенству, к возвращению домой, вечное полное блаженство Царства Кришны, должен тщательно, изучив эти два стиха, следовать примеру Шри Васудевы, который обратился за наставлениями к чистому преданному. Поклоняясь напрямую Верховной Личности Бога, нельзя обрести освобождение. Но всего лишь одно мгновение, проведенное в обществе чистого преданного, такого как Нарада Муни, возвышенного святого Вайшнава, почитаемого даже полубогами, позволяет человеку с легкостью достичь совершенства жизни. С легкостью. Что значит с легкостью? Ну, в этой жизни можно. В этой жизни можно. С легкостью не означает один раз прослушивание Бхагавата или один раз, приняв в жизни просад, полностью очистился человек. Надо посвятить одну жизнь служению. Это и есть преданность. Если мы полжизни посвящаем, это полупреданное, полпреданного. Если четверть жизни посвящаем, это четверть преданного. Если одну десятую часть посвящаем преданному служению своей жизни, это десятая часть преданности нашей. Мы должны быть решительны в сердце всю жизнь посвятить на 100%. Этому учимся. Постепенный процесс. Начинаем с небольшого. Просто повторяйте Хари Кришну. И все. Это хитроумная трансцендентная ловушка. И все? Да, и все. И потом открывается, о Боже мой. Тут. Надо и то, и другое, и третье. Главное, я начинаю делать это, потому что я вижу, что это надо делать. Я сам понимаю, что это надо. У меня самосознание начинается. Я начинаю сам практиковать в полную силу. И когда я занят в полсилы, мне трудно. Потому что полсилы нужно еще беречь для материального существования. А это конфликт материи и духа всегда внутри. Если вы думаете, что это трудно, это значит, что просто мы недостаточно очищены. Это абсолютно не трудно. Вообще никаких усилий не требует. Если достигает совершенства, конечно. Вот они сидят вдвоем, влюбленные. Час, два, три, четыре вообще. Не трудно, нет? На Бхагаватам прийти посидеть час или полчаса бывает трудно. Но если мы усилия совершаем, это хорошо. Вот пока мы на таком уровне. Через усилия. Все-таки мы понимаем, это хорошо, но через усилия. Но если есть уже вкус, то усилия не нужны, естественно, а куда еще идти, как не на Бхагаватам? Дело в том, что я еще должен еще успеть еще куда-то пойти. Вот какая вещь у меня в материальном мире. У меня еще есть какие-то привязанности, какие-то задачи, материальные обязанности. Это все тоже нужно успеть делать. И это будет нелегко, пока не достигнем освобождения. Буквально человек освобождается от всего со временем. Смотрите, как он живет. Помимо всего Кришны.
живет лучше, чем любой материалист. Но для этого нужно освободиться от страха, а вдруг Господь, я вот сейчас все, предамся Ему, а Он обманет меня. Скажет, я пошутил. Или забыл. Вообще скажет, кто ты такой? Я тебя знать не знаю вообще. Вот такие у нас представления о Боге. Каково? По мнению Шрилы Дживы Госвами, слово «вишватобхаят» указывает на то, что Васудева был напуган проклятием браманов. Поклоняясь вайшнавам, можно стать совершенным человеком, а разгневав их, навлечь на себя беду. Поэтому Васудева испытывал страх, вспоминая слова проклятия, произнесенного браманами Пиндарака Тиртхи. Это мы прочитали с вами текст. Я контекст тут не объяснил, я просто пытался объяснить смысл слов, которые здесь, вот, в этих стихах присутствуют, термины, но сам контекст исторический я не объяснял. Дорогие преданные, Екатеринбург, будут ли вопросы? Поднимайте свои руки, дорогие преданные, мы будем задавать вопросы. И также Дхармарадж Прабху, да, он здесь присутствует, будет задавать вопросы из Ютуба. Вот. И поскольку у нас еще никто не сориентировался, можно я задам вопрос. Ну вот эта вот тема, да, что выложился ли ты попозже в преданном служении, как это понять? Вот. Как преданный может как-то себя, ну вот, проверить, что ли. Потому что есть материальная энергия, но я имею в виду, и все равно есть это чувство усталости или еще что-то, да, и всегда вот этот баланс преданный, еще что, ну вот все, послужил и хватит, ну и так далее. Вот как понять-то, что ты выкладываешься или нет? Для спортсмена по полной это значит до упаду уже все, когда ты уже не можешь стоять на ногах, и тебя выносят с арены, да, или с беговой дорожки. Это по полной, ну, человек видно, что выложился, все это, ничего не осталось, все. Это на физическом уровне, но здесь немножко другой смысл. Это тело нирананда. Нирананда означает, что если вы его пытаетесь максимально использовать в деятельности, то увеличивается нирананда. Страдание. Оно устает, устает, и невыносимо становится, очень плохо, еще хуже, и человек теряет сознание вообще, отключается от такой ситуации. Это вот выразится по полной на физическом уровне. Нирананда, потому что тело. А душа ананда, прям противоположно. То есть вы, когда вы выкладываетесь по полной, то вы в ананде должны быть. Вот это означает полностью выложился человек. Он сегодня в полном блаженстве вообще служит Кришне. Это духовная точка зрения. Тело хотя может уставать, но его как бы тонкая составляющая, его чувства, его разум, они чисты, ясны, источают счастье. А тело, тем не менее, нужно, да, укладывать, отдыхать, это понятно. Регулируемо его как-то использовать. Сон, еда, работа, отдых, йога. Мы это делаем для тела. А душа не устает никогда. Понимаешь, Махалдини? Ты задумалась, смотрю. Ну, я понимаю так, что... ну, то есть, если у преданного какие-то проблемы, то он полностью не выкладывается. Нет, не обязательно. А проблемы есть у всех. Вопрос, как относиться к этим проблемам. Вы можете испытывать даже какие-то вот страдания, беспокойства в этом мире. Ну, всегда это будет. Но внутри вы обязаны испытывать счастье. Как преданный. Значит, все в порядке. Где-то в глубине вы должны всегда иметь при себе это счастье. Не оставлять, не отворачиваться от него, не оставлять его.
Не так, что какая-то неприятность в материальном мире, я от Кришны отворачиваюсь. И Ананда уходит. Кришна уходит, потому что я отворачиваюсь. Я не хочу Кришну, я не хочу. Ты мне страдания послал. За что? Я не согласен с тобой. И уходит Ананда. Но если я думаю, это урок очередной, так, а Кришны, не уходит Ананда. Связь остается. Связь сохраняется. Все, что мы получаем от Кришны, и приятное, и неприятное, с его санкции все равно получаем. И что же такое сознание Кришны? Сознавать его и в той, и другой ситуации. И тогда есть Ананда. Но как только мы упрекаем Кришну через материальную энергию, мы не согласны с этими вот уроками, то Ананда уходит, потому что Кришна, связь разрывается, ослабевает. Может, не разрывается полностью, но она ослабевает. Поэтому, чтобы понять Кришну, принимаем духовную учителя. Она разъясняет эти вещи. Зачем ты живешь в обиде на Бога? Подожди. Ты должен понять, кто такой Бог. Ты не понимаешь его, поэтому отсюда из-за невежества у тебя возникают плохие отношения, и ты страдаешь сам. И мы читаем Бхагаван, все это описывается в Бхагаватам, как вот он беспристрастный, да, Господь, как он ко всем равно относится. Хотя кто-то один страдает, другой не страдает. Но он равно относится к тому и другому. Как это? Что за равенство такое? Почему? Он не причастен ни к тому, ни к другому. Он находится в сердце, оказывается. Он не в этих вот внешних вещах, а в сердце. И в сердце он там всегда постоянный. И призывает нас именно заглянуть в собственное сердце, туда, где он находится. Это другое измерение вообще отношений. Там нет друзей и врагов, описывается. Там нет измерения счастья, несчастья, вот этой двойственности. Там нет, там божественная атмосфера. И вот наше сознание погружено в божественную атмосферу. А тело, оно будет еще реагировать на вот эти обычные материальные условия. Матрас, паршас, то каунт и я. То есть это будет то зима, то лето. То счастье, то несчастье. Оно будет чередоваться. Но мы понимаем, что здесь дело не в моих отношениях с Богом, нет. А в моем пребывании в материальном мире, в моем забвении Бога. Солнце одинаково, да? Оно зимой и летом само по себе, оно одинаково, как планета. Но здесь нам холодно зимой, а летом жарко. И мы говорим, ну вот солнце. Плохо греет зимой. Нет, оно также греет зимой. Просто здесь, на Земле, есть свои условия материальные. А само Солнце постоянно. Если мы в сознании Кришны, можем постоянно быть в этих трансцендентных отношениях. И насколько они, ну, что ли, сильные эти отношения, могучие, они сильнее гун материальной природы. Они выше счастья, несчастья. То есть можно не заметить этой двойственности, говорится. Даже не заметить этой двойственности можно, находясь в трансцендентном сознании. Люди же сильно переживают. Вот друг – это хорошо, враг – это очень плохо. А на трансцендентном уровне он забывает эти различия, он не замечает. Он может для врага сделать что-то хорошее. А другу может сказать принципиальные вещи. Арджуна сражался с Бхишмой, который являлся его дедом. Не из ненависти, а в трансцендентном сознании, из чувства долга. Он не был его врагом. Он был его дедом, любимым. Итак, мы же говорим Бхагаватам, сегодня читаем, поэтому такая возвышенная тема. Мы практикующие преданные. Мы еще подвержены гунам материальной природы. В нашем опыте еще есть понятие друзей и врагов. И нам еще, может быть, трудно практиковать какие-то вещи. Но вопрос заключался в том, что мы должны испытывать Ананду, выкладываться до Ананды, на киртанах, в служении, до осознания Кришны. Я это делаю для Кришны. Нужно помнить об этом, что мы делаем. Я это делаю для Кришны.
поем для Кришны, танцуем для Кришны, нужно постараться помнить об этом, чтобы это выложиться до конца, до Кришны дойти. Потому что мы танцуем и для себя иногда, и поем для себя. Но Харе Кришна Махамантра, она может довести нас до конца, до Кришны. Мы можем в конечном итоге понять, что киртан – это Кришна, сам Кришна. Значит, мы выложились до конца. И вот тут мы полностью счастливы. Анандини. У меня вопрос не по теме лекции. Вот в Бхагавадгите есть стих: лучше выполнять свои обязанности плохо, ну, я недословно говорю, чем чужие хорошо. У меня вот слово само «чужие обязанности». Вот как я могу понять, что вот то, что я делаю, это мои обязанности или чужие? Вот слово «чужие» — центр. Чужая, чужое — значит, не моя природа. Это значит чуждо мне. Чуждо. Недавно тут приятный рассказ, что в западных школах спрашивают детей: ты кем хочешь быть, мальчиком или девочкой? Лучше быть плохим мальчиком по природе своей, чем хорошей девочкой. Понимаешь? Пример. Пример понятный, да? Но в тонкостях можем запутаться. Но я думаю, твой вопрос относится к этим как раз моментам, когда мы уже запутаны. Мои, не мои обязанности, что я тут делаю. Очень важно, Анандини, очень важно, когда мы совершаем служение, не ждать награды за это. Очень важно. Если мы ждем награды за свое служение или поощрение, или особого внимания, нам всегда будет казаться, что это вот не моя природа. Моя природа – слуги. И быть удовлетворенным. Но если мы ждем плодов нашей деятельности, мы не сможем понять, где моя природа. Понимаешь теперь? Гуруда, скажите, пожалуйста, а вот духовная деятельность, она тоже, значит, может быть как чужие обязанности? Духовная деятельность может быть любая. Ягьярта карманония тра локаям карма бандана. Духовная деятельность называется ягья. То есть трансцендентная деятельность, она просто ягья. Если ты знаешь, что такое ягья, можешь заниматься любой деятельностью. Но обычно мы не знаем, что такое ягья. Мы живем для себя, ради плодов. Поэтому используется наша природа. То, которое мы имеем. На трансцендентном уровне человек может выполнять любую работу, потому что он совершает ягью. Если он не знает еще, не обучен, что такое ягья, трансцендентная деятельность, он должен следовать своей гунакарме, профессиональным каким-то наклонностям. И обычно в обществе это как-то не так уж трудно и понять. Та деятельность, при помощи которой ты себя можешь поддерживать, собственно, она твоя деятельность. Еще я немножко уточню. Я правильно поняла, что все, что мешает, ту цель, какую я поставила, все, что мешает этой цели, это будет, ну, чужие обязанности, да? Не своди все к этому принципу. Могут анархии мешать мои собственные, например, мой характер может мешать мне. Не своди все только к этому моменту. Знание должно быть объемным. Есть много факторов, которые могут мешать, не связанные с этим вопросом вообще. Рассматривать с разных сторон. Еще скажите, пожалуйста, и кто поможет это разобраться? То есть, если ты сам не можешь разобраться, то есть ты должен с этим вопросом обращаться к духовному учителю, наставнику, да? Ну, ты же знаешь ответ.
Ты все знаешь уже, Боже мой, с тобой так поговорить, ты уже все знаешь. Читаешь книги, то есть ты сама уже обучаешь и все прочее. А теперь нужно научиться быть счастливой. Кришна, у нас вопрос из Ютуба. Спрашивают, как настраиваться, выходя в материальный мир, общаясь с корми, если там требуется принимать гордый вид. Если ты не будешь выглядеть гордо, затопчут. В чем искать опору, о чем помнить? Да. Дома ягненок, лев на охоте. Вот такой настрой должен быть. Итак, вы самсара, даванала, ледолока, утром так поете все. Кланяйтесь там, ванчала по трубе, чай всем. Когда идете то в тот мир, забудьте. Выходите, как лев туда. Вас будут уважать и там, и там. Это же интересная жизнь. Спасибо за лекцию. Ну вот как раз в тему да, этого вопроса. Вы говорили, что материалисты нас ну, критикуют. И ну как бы это нормально, да, вот от них критику слышать. А преданные вот они опасаются, да, как-то все-таки мягкие всегда. Не всегда. Преданные тоже, когда они материалисты, они тоже критикуют хорошо. Так, так, и вопрос. От сатсанга это не будет, получается. Ну, то есть мы там только критику как бы от них мы слышим. Здесь какие-то правила надо соблюдать, чтобы ну, не получилось какого-то обмена такого неправильного. С людьми? С обычными людьми? Ну да. Надо нести им знания. Надо нести им ананду. Ананду. Через знания, через просад, через харинаму. Постепенно они будут чувствовать, уже чувствуют больше, 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 они начинают чувствовать эту ананду. И тогда они уже не критикуют. Они только вас начинают прославлять незаслуженно. Вот эти новые люди думают, что вообще полубог какой-то. Если в ком-то пробудили ананду, то человек будет думать, что вы совершенно невероятная личность. Ну, конечно, потом больше узнает. Наше дело нести ананду, знание и счастье людям. Так, это сатва-гуна, сатва-гуна. Это наше дело. И когда люди доходят до сатвы, мы видим, что у нас появляется отношение с обществом. Отношение уважения, доверия, любви. Вот так развивается как бы вот, ну, движение. Как в прошлой эпохе царства развивались при помощи вот этого любовного обмена царского рода и подданных. Отношения у них были через гуну добродетели, поэтому любовь росла, то есть смысл управления был в этом именно. Чтобы внутри царства, там, внутри столицы процветала любовь и доверие между людьми, между классами разными. Не зависть, а любовь и доверие. Это было управление, брахманическая культура. Кшатри служили этой культуре духовной. Сегодня большинство людей, даже религиозных, если они ну, такие религиозные, даже страны, то там страхом все-таки управляют больше на закон, чем на любовь. Потому что люди не способны сегодня так любить, они все равно обманывают друг друга. Любовь обманчива тоже, поэтому остался только закон жесткий. Спасибо. У нас вопрос из Ашрама Санкиртаны. Потом вопрос из Ютуба. Хорошо, Дхарма Раджу. Хари Кришна, дорогой Читан, Чадра Чарам, примите мои спрямые поклоны. Хари Кришна, дорогие преданные. Очень счастлив и рад вас всех видеть, слышать. Я бы
душа, наверное, не решила, чтобы просить. Но через два дня начинается марафон Шилжарупады. Меня преданные попросили Читания Чандрачаран Прабху попросить ваших благословений. Потому что без благословения чистых преданных не сможем ничего сделать для благословения Кришны Прабхупады. И в комментариях также говорится, что на Радамуне удовлетворить, тогда Кришна будет изучать ян. Я всегда, когда на карте был, просил благословения, я помню, как я попросил вообще эти Прабху, и это сработало. Поэтому Станислав Чиран, Прабху, пожалуйста, благословите и Пермь, и Екатеринбург, чтобы мы порадовали вас. Я когда на тебя смотрю, Ачарья-ратна, когда я на тебя смотрю, я думаю, что без твоего благословения марафон не случится. Вот. Я, когда тебя вспоминаю, я тебя вижу, я сразу вижу в тебе твоего духовного учителя Гопал Кришна Госвами. Вот. И сразу вижу эти отношения. Весь этот дух, который имеет Гопал Кришна Госвами, а он великий преданный Санкиртаны. Он как бы, ну, один из тех, кто осознает величие Санкиртаны. Его всегда просят говорить перед марафоном, дать речи. Всегда это удивительно, то, что он говорит. Как важно распространять книги Прабхупады. И мне он не раз тоже об этом говорил. Бог дистрибьюшн. И смотрел на меня. И потом спросил, понимаешь? И я смотрел ему в глаза и говорю, да, я понимаю. Я буду всегда поддерживать распространение книг. То есть я дал ему такое тоже обещание. Вот, и ты его ученик до мозга костей, то, что ты всю жизнь посвятил этой миссии. Если уж кто дает, должен давать благословение, так это ты сегодня всем преданным. Возможно, они тебя не воспримут так, но все равно это сработает. Они говорят, ну это Ачарья-рат, мы его знаем давно, мы с ним не начинали. Но я знаю, потому что ты уполномочен. Ты уполномочен на это служение, потому что без полномочия это невозможно делать всю жизнь и так интенсивно. Из года в год. Хотя тебе уже сколько лет, скажи честно? 71. Сколько? 71. 71 год, смотрите. Ну какие еще благословения ну, нужны? Вот человек, 71 год, смотрите, книги распространяю всю жизнь. Ну и, конечно, вот марафон вот-вот уже наступает. Но в Екатеринбурге у нас, да, вообще на Урале всегда есть звезды Санкиртаны. Всегда были и в те времена, старые, и сегодня. Есть такие герои, которые готовы нести такую жертву. Книги Прабхупады – это ну, наша основа движения вообще. Если бы не было книг, нас бы считали сентиментальными людьми, которые просто поют, танцуют тут кругом, едят постоянно. Но когда они читают книги, ну, вау, так, наука такая, это что-то удивительное. Тут, смотрите, что тут Бхагавад-гита у них, тут комментарии, тут такие великие ученые. Это йога и так далее, это традиция, это вечные знания. То есть книги дают представление истинное, да, об этом движении. Настолько эти книги были опасны для демонов, что даже в России однажды судили Бхагавад-гиту. Суд они не выиграли, конечно. И опозорились на весь мир, эти демоны. То есть они получили обратный результат. И после этого преданные вышли на марафон сразу после суда. Прогремел суд над Бхагавад-гитой в России. Преданные пошли на марафон. И люди спрашивали, это та самая книга, которую судили? Дайте мне ее, дайте ее сюда. И книги почти в два раза еще больше вообще. Вот так, это Бхагавад-гита. Вот, поэтому давайте собираться с духом, вот, распространять книги в этот месяц, сосредоточимся на распространении литературы трансцендентной. Ачарья-ратна, тебе успехов, как всегда. Давай, не сдавайся. Тебе 71 год, но ты еще полон сил, видишь, энтузиазма. Еще лет, ну сколько, 20 лет ты должен книги распространять, так я думаю. Ну хотя бы до 91 года. И 9 лет еще на отдых тебе останется.
на баджан, так сказать. А может, даже ты не захочешь отдыхать, потому что Гопал Кришна Госвами мне сказал, что в сознании Кришны пенсии нет, и выходных тоже нет. Вот, поэтому тут уж тебе куда деваться. В общем, до 100 лет тебе придется распространять книги. Твой духовный брат, кстати, в Петербурге, вот, он ушел несколько лет назад, дожил до 90 лет. Он тоже был такого же духа, ученик Гопал Кришны Госвами. Он очень много сделал. Пришел в преклонном возрасте, но столько много сделал для ятры. Это было удивительно. И всегда выходил книги распространять. У него был дефект речи, люди не очень его слушали. Но он не прекращал этот энтузиазм. Книги у него почти не брали. Но он все равно выходил и говорил. Вот, пытался. Потом нашел выход. Стал проповедовать директорам домов культур, чтобы нам давали залы бесплатно для проповеди. И он добился лучших залов Петербурга, Ленинграда того времени, бесплатно в течение нескольких лет мы там проводили программы, принимали духовных учителей в центре города. Это благодаря ему все было. Вот такой дух санкиртаны. Он и в 90 лет пытался что-то делать всегда, то есть пока у него были силы какие-то. Поэтому, когда я вижу тебя, я вот вспоминаю эти примеры, и, конечно же, сразу же вижу перед собой Гопал Кришна Госвами, который мне очень дорог, как преданный. Поэтому большое тебе спасибо, что ты такой искренний ученик духовного учителя. Давай. Хари Кришна. Спасибо огромное, Читан Чандрасекхар Прабху. Вот Гуру Махарадж также благословил, как бы, распространяет до 90. Это понятно, но мы здесь и сейчас. Что про сейчас? Вы говорите о взгляде с самой высокой колокольни, но здесь обычные люди, те, кто заботится о своих близких, те, кому важны свои дети, те, кто ухаживает за больными родственниками. Да, вы не поняли контекста сегодня. То есть вот этот вопрос вообще из другого измерения. Не то, что неправильный вопрос или плохой вопрос. Сейчас мы читаем Шримад-Бхагаватам, поэтому мы пытаемся быть на этой платформе. Если мы будем всегда только на человеческой платформе, мы никуда не продвинемся. Поэтому сначала утром нужно почитать Бхагаватам. Именно на этой платформе находиться. А потом уже, после Бхагаватам, можем обратиться к этим вопросам. Сейчас класс Бхагаватам, дорогие мои. Я могу ответить на ваш вопрос, но это вышло из контекста Шримад-Бхагаватам. Это нужно в других обстоятельствах говорить. Да, потому что каждый случай семейный, человеческий требует индивидуального внимания. А Бхагава там просто дается для всех, как абсолютная истина. И для женщин, и для мужчин, для семейных и несемейных. Слушайте, пожалуйста, не надо думать, что это к вам не относится. Это вдохновляющий фактор, если вы верите в Бхагава, там у вас появится сила внутренняя. И вы уже сами справитесь со всеми этими проблемами в материальном мире. Кришна даст разум. Если нужна помощь, можете обратиться, но не на классе Бхагава там. Не в это время. Так вы отвергаете Бхагаватам фактически, если думаете, а, ко мне это не относится. Так вы отвергаете Священное Писание. Изучаете, не отвергаете. Вопросов нет, а можно как раз к тому, что вы сейчас сказали, спросить. Ну вот мы все ну, даем как раз Бхагаватам так или иначе, пытаемся давать. А как правильно это делать? Вот, чтобы ну, представить Бхагаватам. Ну, а то, что мы сейчас упомянули, то, что мы упомянули, не выходить из контекста Бхагаватам. Бхагаватам – это трансцендентная книга. Вот нужно на это время стать трансцендентным, сосредоточиться на трансцендентном. Значит, есть стих, есть пословный перевод, мы это повторяем, да, читаем вместе. Потом литературный перевод мы прочитываем. Затем комментарии. Затем обсуждаем то, что мы прочитали, вот в этом контексте.
то, что отталкиваясь от того, что там написано. Не сходим с этого уровня, стараемся. Это будет класс Шримад-Бхагавата. И вы можете почувствовать освобождение в этот момент. Это правильное проведение утренних часов. А днем, да, вы столкнетесь с работой, с какой-то деятельностью, с людьми, с отношениями вчерашнего дня. И вы будете решать эти вопросы уже, обладая трансцендентным знанием определенным. Этот стих Бхагаватам будет с вами в сердце находиться в течение всего дня. И поможет вам решать все эти вопросы. Уже в материальном мире, связанные с нашими обязанностями. А если не будет Бхагаватам, кто поможет? Нет, просто он продолжает свою несчастную жизнь. Или рутинную жизнь. Или будем продолжать ждать чего-то от жизни. И так не дождемся. И прочее, 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 прочее. Хоть один человек нашел решение для своего счастья без священных книг, без практики духовной? Никто. Никто. Вот так все и будет. Поэтому давайте, вот глаз Бхагаватам он нужен. Книги Прабхупады нужны, хотя это высокая колокольня, она нам очень нужна, эта колокольня. Вот как раз во время обсуждения, да, можно как бы, ну, как сказать, немного спуститься вот на эту ментальную платформу, может быть. Как это все вот регулировать? Это вот кто должен? Ну, как бы лектор по Бхагаватам, брать на себя ответственность и как-то вот. Да, да, это ведущий. Тот, кто ведет класс Бхагаватам, он лидер, его все слушают. Он должен чувствовать. Если не чувствует, то нужно побить его, чем холоднее. Прямо на классе Бхагавата. Хорошо. Это тебе понравилось. Ну, молодец. Слышал, корова пришла по собственному желанию в этот мир для проявления своей милости. А входит ли корова в число 8 400 000 форм жизни? А почему нет? Конечно, входит. Мы тоже пришли по собственному желанию. Что нас это делает особыми? Но корова это в этом мире, это отражение Сурабхи, духовного мира. Это единственное животное, которое в особой категории, оно входит, да, в число других живых существ, но выделяется в особую категорию, потому что она находится в сатва-гуне. Как животное оно остается животным, но тем не менее в сатва-гуне. Вот такая у нее позиция интересная. Она чистая. Навоз чистый, моча чистая, молоко. Это амброзия считается, да? Нектар. Это жидкая религия еще называют мудрецы, молоко, корова. Это мать корова, седьмая мать. То есть это особое положение занимает это живое существо, потому что отражение Сурабхи из духовного мира. А коровы говорили, что они исполняют все желания, не только дают молоко. Они могут исполнить любые желания человека, если вы знаете, как, кто они и как с ними общаться. И когда коров убивают в Векали, это самое сатанинское сознание. Можно это самое? Пока вопросов нет, но я хотела, знаете, на самом деле спросить вас, ну, вот ваши впечатления от проповеднического тура по России, да, ну как вот сейчас, вот, как сказать, ну, вот, ну, наш уровень сознания Кришны в России, вот у преданных, как это, ну, может быть,
Я путешествовал по всей России, да, практически в этом году, и самый высокий уровень сознания, конечно же, в Екатеринбурге. Да, но я для этого и спросила. Ну, я понял, да. Нигде такого сознания, уровня не встречал никогда. Я не встречу уже больше никогда. Нет, правда, правда, честно, без шуток даже. То есть, ну, я что имею в виду, что, конечно же, ну, прогресс большой наблюдается сейчас по всем ятрам. Очень внезапно, я не знаю, без причины просто, я не ожидал такого. ИСККОН у нас был какое-то время долго подавленным. Появились, знаете, особая категория преданных – несчастные преданные. Скорбящие преданные, знаете, неудовлетворенные преданные, о Боже мой. И вот как бы эта болезнь проходит, наконец. И что? И преданные делают чудеса сразу же. Как в начале 90-х годов творили это что-то невероятное, что они делали в Екатеринбурге тоже. Ну, Екатеринбург – это город Урала, один из первых вообще в истории СНГ, где появились преданные. Первый преданный появился в Перми, один он был. Затем появились уже преданные в Екатеринбурге, следом буквально. Но в Екатеринбурге было больше преданных в то время, инициированных. Двое. И один инициированный был в Перми. Вот все, что было на Урале. Значит, Екатеринбург – один из таких, ну, начал уральской духовной культуры. Я приехал где-то в начале 90-х в Екатеринбург впервые. Вот, с целью, значит, меня послали специально в Екатеринбург из Москвы. Это были лидеры BBT. Они сказали, там они ссорятся сильно, и поэтому, ну, книги плохо распространяются. Они ссорятся, сражаются друг с другом и забыли, что должны делать. Иди там, помири, может быть, их там у тебя вот получается что-то в отношениях. А я совсем был неопытный человек вообще в проповеди, только-только. И меня послали старшие, и, конечно, я поехал, поскольку, ну, старшие приказали, я поехал по приказу. Вот. А сам боялся, думаю, что я там буду делать, если там они ссорятся. И Урал для меня это было что-то новое, неизведанное. Я приехал на Урал и двое суток постился в поезде. В Екатеринбург приехал. В поезде. Ну, тогда в поездах я постился, что там грязно, там накурено, и, в общем, там ад всегда был такой. Я приезжаю, конечно, голодный, вот, но я ожидаю, что хотя бы меня покормят. Мне на обед принесли 2 грецких ореха и ложку меда. Это вот был Урал. То есть представление о йоге тогда было, но люди без задних мыслей, то есть они думают, ну йог же приехал какой-то. Ну вот йог питается по-йоговски, вот йоговская пища по килокалориям там посчитали. 2 ореха, ложка меда, йогу нормально на обед. Это один из примеров был. И потом... что там была какая-то программа, и Иштагоштки, вот как раз разборки там были. Вот, и я посмотрел, как они дерутся, все дерутся, Урал, значит, такой весь. Я подумал, так, я им сейчас все скажу, и больше сюда никогда не приеду. Я им сейчас, значит, все скажу, все, прямо скажу. Я там взорвался в какой-то момент, все им сказал про них, и поехал. Они меня провожали. Вот. Радостные очень. Я был очень удивлен, чему они радуются вообще. Они там чуть ли не убивают друг друга. Вот. Радостно меня провожают. Думаю, провожают, чтобы я больше не приехал, наверное, радоваться. Они мне говорят, пожалуйста, а вы еще к нам приедете когда-нибудь? Вот. И вот это было так искренне. Я подумал, нет, это же преданные. Почему я злюсь на них вообще? Просто у них нет опыта еще, и так у меня в сердце проникло, они так на меня посмотрели, так меня попросили. Я говорю, конечно, приеду. Я собирался уезжать навсегда тут. И так я стал приезжать на Урал, вот потому что преданные попросили меня. Вот, а сейчас, видите, такая продвинутая ядра.
Вот, драться перестали уже. Чуть-чуть только. Честно говоря, эти регионы, они сложные. Сибирь, Урал по своей природе регионы. Мы не говорим, что это плохие регионы. Они сложные по климату, по характеру людей. Непростые, непростые. Но что можно отметить? Искренние. То есть люди искренние. Может быть, в чем-то резкие, в чем-то такие, знаете, фанатичные, но искренние. И Урал сегодня очень хорошо развивается в целом. В том числе Екатеринбург, конечно же. Конечно же, где учиться харинамам? В Екатеринбурге. Да, это уже как бы их карточка визитная. Столько ресторанов в Екатеринбурге. Харинамы постоянно, чуть что на фестиваль, готовы любой фестиваль организовать. Постоянно все бросают, делают. Причем на уже хорошем, высоком уровне организация. Прекрасная. То, что вы организовали по приезду, конечно, это было здорово. Честно говорю, это было здорово. Просад стал лучше, это уже не два грецких ореха и ложка меда. Это уже что-то такое, знаете, в сознании Кришны. Есть вкус. Вижу руку. Спасибо. Хотя у нас еще, наверное, время есть для одного вопроса от Рупамуджари. Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны, пожалуйста. Я хотела спросить вот про образовательные программы, вот, ну, которые научные такие, да, они научными терминами объясняют науку бхакти, вот, которые даны Рупой Госвами, вот, ну, то, что, ну, как бы, ничего не запоминается, вот, что ты, ну, читаешь вот это вот все, и эти термины изучаешь, сдаешь зачеты, ну, как, ну, просто как информацию. Как бы это усвоится когда-то, и насколько это важно, ну, для... Когда ты изучаешь, ты понимаешь, что это важно, но как будто не усваивается. Насколько это важно, если... Для кого-то это важно, для кого-то это важно, для кого-то не очень важно, что касается терминологии. Санскрит, например, стихи, шлоки. Если как бы, ну, преданный склонен к гьяне, классической гьяне, то это важно знать санскрит, понимать. И это несложно для него будет. Это даже будет помогать ему очень сильно, если он знает санскритские термины, понимает их смысл разносторонний, знает шлоки. Это, ну, сильная будет у него проповедь. Но для большинства из нас это не поможет. Для большинства из нас нужна другая память. Нужно понимать смысл того, что мы изучаем. Смысл. И говорить своими словами. Учиться. Вот это будет очень могущественно. Для большинства из нас нужно понимать смысл и выражать его своими словами. И если вы там запомните какую-то шлоку, не навредит никому. Но если вы будете просто, ну, свою ученость демонстрировать, это не будет хорошая проповедь. Когда ученый человек по природе, да, он как применяет свою ученость, люди, они достигают смысла. А нам нужно именно смысл передавать, а не ученость. Потому что мы по природе не все научного склада люди. Мы большинство не такие. Смысл своими словами, в этом наша сила. Поэтому учи по мере возможности шлоки, насколько ты их запоминаешь. Если ты их применишь, скажем, шлоку или санскритские выражения, два или три раза в проповеди, как правило, они запоминаются и всплывают по необходимости. Как правило. Если не применяешь, скорее всего, ты забудешь.
Чанчан Чарам Прабху. Наверное, у нас время или еще есть? Я не знаю, как сказать. Ну, больше вопросов здесь нет, я смотрю. Поэтому всем большое спасибо за класс. Спасибо вам большое, Чайтанья Чандра Чарам Прабху. Шрила Прабхупада ки джай. Я хочу вам выразить благодарность за нашу любовь и признание. И я прям чувствую, что вот наша ятра, она связана с вами навечно. Это вот прям изначально так повелось. И я думаю, что вот все и молодые поколения, которые приходят, ну, это просто связь такая, знаете, как бы, ну, она Господом обозначена. Вот, и да, вот Шрила Прабхупада. Это ваш вот, в Калиновке? Я хочу сказать, этих Бхагаватам с вами. Хотя мы всегда слушаем, я всегда слушаю вас в Бхагаватам, Чайтанья Чандра Чарам Прабху, все, что вы проповедуете. И я не сомневаюсь, что многие преданные это делают. Вот, но с вами общаться лично, это, конечно, особое настроение. Спасибо вам большое. Это в Калиновке Мурти, да, я вижу, Шрила Прабхупада? Да, это Вартарная Мурти. Очень красиво. Молодцы, спасибо. Стало красиво все. Спасибо. Хари Кришна. Так, а здесь у нас есть вопросы или нет? Маганджор. Демон. Это был демон. 100% демон был. Но он нарушал все принципы, он пренебрегал заповедями священных писаний. Ну, демон. И такой злой, если встречал праведников, он всегда ну, что-то плохое делал. Бил их там или даже убивал иногда. И Нарада там на пути ему повстречался, Нарада Муни. А он проповедник трансцендентный, ему все равно, что демон, что святой. И он к нему подошел радостный, сложил ладони и так смиренно его попросил звонким голосом. Пожалуйста, воспевай святое имя Господа. И в бешенство, значит, его, этого демона ввел. Тот за оружие схватился. А Нарада говорит, о, прости, 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 я ошибся. Ошибся. То есть я зря тебя побеспокоил, и это моя вина, неуместно. Я понял, да, здесь не нужно этого делать, но на самом деле у меня к тебе просьба. Кто сказал, просьба, это другой вопрос. Они любят исполнять просьбы, потому что думают, что они большие люди. От них зависит, да, от них получают что-то. Просьба заключается в том, что вот когда ты будешь... Когда ты умрешь, тут вздрогнул, о чем он говорит, и на суд к Ямараджу попадешь, задаем один вопрос. О чем ты говоришь? Смерть, Ямарадж вообще? Не-не, это просьба. Когда ты попадешь на суд к Ямараджу, попроси, спроси его, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Вот запомни этот вопрос. Все, что я тебя прошу, больше ничего. Ну ладно, глупый святоша, я запомню. Если нужно будет, спрошу. Все, на этом встреча закончилась. Нарада пошел, больше никогда не являлся ему, никогда в жизни. Это было несколько мгновений общения с Нарада Муни. И пришло время, естественно. Умер этот демон, и, значит, на суд Кемараджу его поднимают Ямадуты, там рассматривают его деяния, все злые деяния. Ну и приговаривают в ад на очищение, эту душу нужно туда сбросить, в этот огонь и так далее. Ну, соответственно, с его грехами все. И тут этот демон испугался впервые в жизни, не на шутку. Испугался весь, затрясся и упал на колени, и простите, ну тебе нужно очиститься. Да. А у меня есть вопрос, что же он там сказал? У него была просьба, тот святой приходил ко мне один раз в жизни.
и попросила меня вот этот вопрос. Сейчас, я Марадж, у меня есть перед наказанием один вопрос. Я Марадж терпеливо сидел, ждал. Давай свой вопрос. Сейчас я вспомню. Да, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? О, точно вопрос я вспомнил. И Марадж так на него посмотрел, глаза у него расширились. Вот это ничего себе, откуда у тебя такой вопрос? Как ему объяснить демону такую вещь? Нужно сначала для образования и прочие вещи. Но это можно объяснить преданному, но как объяснить демону? Вот вопрос. А ему нужно дать ответ. Я говорю, я не смогу ему дать ответ. Нет такой силы у меня. И пошли к Брахме. Взял этого демона, и Марадж со свитой поднялись на Брахмалоку. Вот, говорит, у нас проблема во Вселенной. Не решается вопрос. Нарушение дхармы. Дхарма, дхарма, все тут спутано. Вот, послушайте, что он спрашивает. Это демон. Весь в грехах, с ног до головы. Ну, говори. Тот уже более уверенно, так смело. На Брахмалоке. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Брахма. Ну нет, ну демоны такие вопросы не задают. Демоны живут с демонами, преданные с преданными, у них другие вопросы. Кто же его надоумил-то? Вот проблема. Это кто-то интригу устроил какую-то. Я не могу ему ответить. Надо идти к Шиве, он всемогущий. Он полностью трансцендентный, возможно, он ответит на вопрос. Поднялись на Кайлаш, над материальным миром вообще, с этим демоном. Вот, Господь Шива, у нас проблема, не знаем, что делать, ни Ямарадж, ни Брахмаджи не знают. Вот вопрос у этого демона. Этот демон уже уверенно, с радостью, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным, его голос зазвенел на все три мира. И Шива чуть не упал с этой асаны своей. Всю жизнь с демонами общаюсь. Я им покровительствую, им демоническим силам. А это кто такой? Откуда вы взяли вообще этого грешника с таким вопросом? Не бывает у грешников таких вопросов. Нет, тут надо идти прямо к Нараяне, на Вайкунтху. И Брахма, Шива, Ямарадж со свитой, с этим демоном, грешником на Вайкунтхе уже. Вот Нараяна у нас проблема. Только ты можешь помочь. В чем проблема? Вот вопрос у этого демона. Посмотри на него. Вот вопрос послушай. И тот уже, знаете, торжественно. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным в Ананде? Человек, значит, уже от всех грехов освободился практически. И все замерли. Все полубоги замерли, какой же будет ответ сейчас, вот Нараяна, как он ответит на этот вопрос этому демону? Нараяна таким глубоким голосом, как грозовые тучи загрохотали. Ценность такова, что ты должен был пойти в ад, а находишься на Вайкунтхе. Вау, такая история. Ну а как ты думаешь? Да тут никто не возвращается. Если ты рождаешься в материальном мире, в другом теле, ты забываешь про это тело, но ты имеешь, остается интуиция, интуитивная память прошлой жизни. Ты не забудешь эти вещи никогда. Ты останешься, родишься материалисткой, как и была в этой жизни. Верно же, если ты материалистка? Но если ты придешь на Вайкунтху, ты все забудешь материально. Ты как будто проснулась, все, ничего нет. Вообще ничего нет. Ничего материального нет. Как ты вернешься обратно? С чего ради ты? Ну, может, его повели насильно обратно. Насильно на Вайкунтху? А, да. Кто ж справится с освобожденной душой? Никто не властен. Никто не рискнет даже на такое. Как духи и тонкие тела, они мешают преданным, тоже вмешиваются.
иногда явно эти преданные начинают думать, вот как только мантру повторю, у меня проблема, лучше не повторять. Нет, не бойтесь. Они не смогут причинить вреда полного. Они просто вас пугают, потому что они знают. Если они помешают вашей священной практике, они в ад пойдут все. Они это лучше знают, чем вы. У них нет такой власти. Они страх нагоняют просто. Никогда не прекращайте духовную практику. Некоторые говорят, вот я стал повторять мантру, и все стало хуже. Там ногу там подвернул где-то, там еще что-то случается. Все напасти пошли. Терпите. Да, да. Да вон за тобой, смотри. Ближе микрофон. Это называется преданное служение на показ. Поэтому нам рекомендовано всегда общаться с преданными. Тут мы хотя бы внешне ведем себя как преданные. Если мы не общаемся близко с преданными, то мы начинаем возвращаться в свою материальную, как бы привычную среду жизни, к своим привычкам. А здесь хотя бы вот внешне нас дисциплинирует присутствие преданных. На показ это называется, на показ. Но если мы думаем, что этого достаточно на показ, это лицемерие будет, переродиться в лицемерие, препятствие. То есть искренний преданный должен понимать это хорошо, что должен быть и здесь преданным, и там преданным, и там преданным, и везде, где я должен оставаться преданным в своих мыслях и желаниях. Это называется искренность. А сначала пока на показ мы это делаем, хотя бы присутствие преданных мы ведем себя как преданные. Но это внешне. Кто о чем сейчас думает, это уже вопрос тонкий. Внешне-то мы все хорошо можем себя вести. А внутри, в уме, как правило, много плохого. И лишнего. Но с этим как раз мы работаем. Почему мы должны так мантру хорошо учиться повторять, да? Чтобы справиться с этой внутренней нашей проблемой. А внешне что тут можно привести? Медведя сюда ручного на мангал орать. И танцевать его научить. Так говорю. Если бы здесь медведь танцевал, всем бы понравилось. Они очень забавные. Кстати, неплохая идея. Если медведя найдешь, конечно, парни, приводи на мангал орать сюда. Наверное, придут все это посмотреть. Мы научим его танцевать. Здесь так, не так кружится так. Когда им сахар так, они так вот двигаются. Под Хари Кришну. На Радхаятре однажды в Петербурге, тоже Ленинград был, они из зоопарка взяли слона и коров где-то нашли еще. Слон шел по Невскому проспекту, и сразу количество людей увеличилось. Все были удивлены, слон на Невском проспекте. ЧП вообще. А что там, Радхаятра? Есть, если у
не следуют, они никуда не уходят. Если не следуют, никуда не уходят. Один преданный пришел к Прабхупаде и сказал, он был в таком расстроенном виде, он сказал, что я очень слабый преданный Шрилы Прабхупады, у меня много материальных желаний. Вот, в общем, я не знаю, смогу ли я в этой жизни что-то достичь. Вот. Прабхупада говорит, живи со мной, просто помогай мне здесь лично. Мы прям в одной комнате жили, спали, все. И вот Прабхупада встает, ему тоже приходится вставать, помогать ему, просьбы все выполнять. И день-два, и он чувствует себя очень хорошо. Трансцендентно полностью. И тут Прабхупада говорит, иди купи баклажан. Знаешь эту историю. И тот, ни о чем не подозревая, пошел на рынок и вернулся в такой же депрессии. Но Прабхупада опять он стал жаловаться на себя. Всякие мысли в голову лезли, как только вышел на улицу, опять все возвращается, вся майя, все эти материальные мысли. А Прабхупада, он сказал, ты баклажан-то купил? Баклажан купил. Это все, что я хотел. Значит, сосредоточьтесь на преданном служении. Вот что важно. Не на своих проблемах, а на преданном служении. Вот что важно. Вы еще не представляете, а в будущем, конечно же, вы поймете, насколько могущее ценно преданное служение, если даже вы это сделаете одну минуту в жизни, по-настоящему. Если вы перевернете все писания мира, вы не увидите ничего более высокого, чем преданное служение Богу. Мы это делаем сейчас как практику, да, внутри у нас все может быть по-другому, но мы это делаем как практику, так и продолжайте это делать. Парампара будет думать, что ты преданный. Ты можешь себе что угодно думать, я не преданный и прочее, но ты делаешь это. И парампара будет думать, это преданный. Кришна скажет, Кришне, это преданный. Вот что будет происходить. Поэтому мы служим духовному учителю парампаре. Они предлагают наше преданное служение. Мы сами не предлагаем, у нас много недостатков. Кришна распознает это в одно мгновение. Это какое-то преданное служение вообще. Но гуру скажет, он преданный, но ученик. Он служит, он выполняет мои наставления. Меньше всего о себе заботьтесь. Преданное служение. И вводите во вкус служение именно. Это так сильно, что мы забываем все свои материальные самскары. И кто я такой вообще в материальном мире. Все эти ложные обозначения уйдут. Вот. И какая-то сторона материальной жизни должна быть исполнена. Почему нет? Ну, законная. То есть это не запрещается наслаждаться достойным образом в этом мире. Это выражение Господа Читания. Наслаждайтесь достойно. То есть не греховно, а достойно. Почему нет? Разве Кришна хочет, чтобы мы тут страдали все? Нет. Но греховная деятельность должна быть прекращена, это без разговора. А их сегодня кормить не будем. Нет, сейчас мы закончим. Происходит, не может быть преданным.
От несовершенного к совершенному этот процесс. От несовершенного к совершенному. Так будет казаться, это как подняться на эту вершину там. Кажется, близко. Поднимаешься на эту вершину, там еще одна вершина. Она дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше. Так кажется. Нет, она имеет предел. Продолжать усилия нужно, да. Она имеет предел. Одновременно мы демоны, одновременно мы преданные. Вот в чем дело. Одновременно то и другое есть. И освободиться от демонических качеств не так просто, и нужно время. Они смешиваются с божественными качествами, понимаете? Они кажутся ценными тоже, потому что смешаны с ценными качествами. Их нужно разделить сначала, потом выбросить. Сами подумайте, разве мы всегда преданные? Иногда мы ведем себя как непреданные, и очень часто. Это демон. А иногда мы именно преданные, по-настоящему преданные. У нас две сущности, видите, две стороны. Поэтому потребуются некие усилия, и немалые. И благо, что вот Господь Чайтанья дал такой экстатичный легкий процесс пения, танцы и прасад. Да? Очень легкий процесс. Но даже здесь многим трудно. Но для искренних это не проблема. Не думаю, что это проблема. Это метод, подходящий кому угодно, петь, танцевать кому угодно. Но предполагается, что постепенно мы сможем очистить свое сердце, сознательно развивая качество смирения, почтения, терпения. Вот, да, это формула. И по мере того, как сердце будет очищаться, счастье будет пробуждаться из сердца больше, 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 больше. Что тут трудного? В этом смысле. Не думайте, что вы несчастные люди, потому что вы женщины. Это написано в Писаниях, там говорится об этом. Женщина думает, я самая несчастная в мире. Каждый так думает. Прекратите так думать, вы душа вообще. Ни женщина, ни мужчина. Это класс Бхагава, там еще нужно забыть про это сейчас все. И привыкайте к этой Ананде. К этому счастью трансцендентному. А тело нужно просто прокормить там как-то в этой жизни по закону кармы. Нам уже выделена доля. Но она подвешена чуть-чуть. Нужно прыгать до нее постоянно. Брать. Такая карма у нас. У других карма получше. Им дается на блюдечке. Им не нужно прыгать. Нам всем нужно подпрыгивать еще, чтобы получить. Там еще оттягивают, знаете, как. И когда мы уже не можем ничего, ну, на, ешь. У нас такая жизнь. Вот. Мы заработали такую карму. Но это уйдет постепенно. Вентилятор, который отключает от розетки, от питания, он не сразу останавливается, верно? Но постепенно остановится. В этом нет сомнений. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джая. Махарадж ки джая.